Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как смыть с короба остатки клеющего слоя. Когда мы удалили пленку с поверхности акрила, у нас остается вот такой некрасивый клеющий слой. Он убирается очень легко с помощью спирта. Так, друзья, берем с вами обычный этиловый спирт 96%. Наливаем его на поверхность в тех местах, где клеющий слой. Ждем целых 30 секунд. После чего аккуратненько все это убираем. Снимать всю эту красоту мы будем вот таким скребком. Обратите внимание, я сюда вставил новое лезвие. И аккуратно, так чтобы не пошкрябать лицо акрила, снимаем клеющий слой. Некоторые рекламщики очень часто используют бензин, растворители и другие средства. Но я не рекомендую этого делать, когда мы работаем с акрилом, потому что бензин и другие растворители разъедают поверхность акрила, после чего она становится матовой. Это нежелательно, конечно. Вот видите, весь клеющий слой собрался в кучку, и мы сейчас его аккуратненько удалим с поверхности. Аккуратно снимаем и убираем остатки клеющего слоя. Вот и все, друзья. После чего аккуратненько можно вытереть сухой чистой тряпочкой, и поверхность у нас идеально чистая. Да, друзья, спирт творит чудеса. Подписывайтесь на канал, смотрите наши видео, будет много интересного.